American asshole. You piece of shit. Ah. Ё-моё, это что тут происходит? Это не наш генеральный, а другой его зам. Что они, с ума посходили, что ли? А давай дурку вызовем. Я не понял, ну веди у себя порядок, что у тебя здесь рабочие ищут? Я не понял, а что вы не работаете? Рабочее время что, закончилось уже, что ли? Давайте, ребятки, за работу, живей, живей, живей! Я смотрю, проёмы готовы, какой следующий этап? Ну, почти проемы готовы. Нам надо еще два ряда блока выложить. Обрезаем проемы, делаем ровненькими и заливаем монолитную перемычку. Ясно. Как вы видите, у нас полностью готов арматурный каркас, арматурная сетка, фундаментные плиты одного фундамента. Сейчас изготавливается арматурный каркас фундаментной плиты второго фундамента. Также у нас сейчас эта сетка у нас еще не поднята на стульчики, то есть на пластиковые фиксаторы для того, чтобы между нижним рядом арматурного каркаса и защитным слоем был защитный слой бетона. Это мы сделаем потом. Сейчас, значит, ребята выставляют Г-шки. Это вот такие Г-образные элементы, которые у нас выходят из фундаментной плиты и, соответственно, будут формировать монолитный цоколь нашего фундамента, нашего дома. Эти Г-шки, Г-образные элементы у нас стоят через каждые 40 сантиметров друг от друга. Потом здесь еще планируется, значит, два горизонтальных ряда арматуры и П-образный элемент, который будет замыкать и фиксировать всю эту конструкцию. Также вы, наверное, обратили внимание, у нас по торцу нашей плиты идут также П-образные элементы. Они как раз придают жесткость торцу плиты по всему периметру. Они у нас расположены через каждые 200 миллиметров. То есть с тем же шагом, что у нас и расположена арматура основного каркаса фундаментной плиты. Арматуру мы используем 12-ю, как для каркаса фундаментной плиты, также для Г-образных элементов, также для П-образных элементов. Горизонтальная арматура тоже будет 12-я. То есть все так в проекте обозначено. Да, лягушки, кстати, которые разделяют две сетки арматурного каркаса, на которых я стою, как вы видите, это все очень жестко. То есть мы в этом плане мы их не экономим. Мы их располагаем примерно 60 сантиметров друг от друга, для того, чтобы спокойно можно было по сетке ходить и под вами ничего не проминалось. Они сделаны из арматуры диаметром 8 миллиметров, арматура также ребристая.
все очень надежно держится. Нам осталось сделать внутренние несущие стены, то есть выпуски арматуры под цоколь внутренних несущих стен. И потом поднимаем арматуру в воздух на стульчики. И, соответственно, я думаю, что через пару дней мы уже зальем. Пришло время заливать наши фундаментные плиты. Заливаем мы плиты для двух домов сразу. То есть вот одна справа от меня, другая левее немножко позади. Арматурный каркас, в принципе, готовы были заливаться вчера, но немножко поздно заказали бетон. Были большие заливки у бетонов, с которыми работаем. Соответственно, просто-напросто не получилось, не успевали бы. Поэтому перенесли все на сегодня. К вечеру обещают дождик, это хорошо, потому что как раз примочит немножко бетон, а он до вечера успеет уже корочка схватиться, то есть не размоет цемент с верхнего слоя бетона. Толщина у нас монолитных плит, что здесь, что там, 300 мм. У нас дома практически идентичны по своей квадратуре, немножко меняется форма самих домов. Насос уже на месте, первый миксер подъехал. Традиционно мы используем гаситель на шланге бетонного насоса для того, чтобы заливка прошла красиво и ничего нам не сломало. Ну и, в принципе, чтобы люди были чистые, чтобы это было качественно, скажем так. Вот. И обязательно бетон будем вибрировать, уплотнять глубинным вибратором. Вы видите, как красиво льется бетон, когда используется гаситель, насколько это удобно заливать. Ребята чистые, бетон не плюхается, не рвет опалубку, не ломает стульчики, которые находятся под арматурой. То есть все проходит очень красиво. Да, напомню, бетон у нас марки М350, толщина плиты у нас 300 мм. Ну и планируем сегодня успеть залить два фундамента. На самом деле не так много, 100 чем-то кубов получается на два фундамента. Я думаю, что мы все успеем, и погода нам в этом не помешает. Вибратор у нас на готове. Сейчас мы этот миксер зальем, потом пройдем бетон, провибрируем. Там, где бетон уже разглажен, в тех местах бетон уже был уплотнен глубинным вибратором, его разгладили, уже довели до нужного уровня. Для того, чтобы контролировать уровень бетона, у нас есть вот такой вот штырь из арматуры, мы сделали с отметочкой на 30 сантиметров. И потом уже натягиваем, есть уже закрученные саморезы по уровню. После заливки натягиваем лесочки и проверяемся, правильно ли мы все это сделали. Потому что у защитного слоя имеются небольшие перепады. Стараемся бетонную плиту залить ровненько. Места между выпусками арматуры нам разглаживать не надо, пускай там будет такой вот холодный шов, когда будет заливаться ростверк. И между вот этими прутьями арматуры, где у нас будет монолитный цоколь, мы еще сделаем канавку в бетоне. Ну, для того, чтобы этот шов, чтобы этот стык вот этих двух конструкций был еще лучше. На объект завезли пленку, потом фундаменты накроем полностью пленкой, чтобы дождь нам не размыл молочко, не будем рисковать с этим, чтобы не размыл нам цементное молочко сверху. Глубоко дождь не пройдет, вода дождевая глубоко не пройдет. Просто испортит какие-то там 5 мм фундаментной плиты верхний слой. Но нам этого тоже не нужно. Это не ослабит конструктивно эту плиту, конечно же, не ослабит, но просто будет выглядеть неэстетично. Мы все-таки стараемся делать работу, чтобы она была не только качественной, но и красивой. Сейчас идет процесс уплотнения бетона глубинным вибратором, то есть сейчас все пузырьки воздушные, которые образовались при заливке бетона, они выводятся за счет вибрирования, уплотнения бетона. Кстати, не думайте, что чем больше вы уплотняете бетон, тем это будет лучше для бетона. Нет, долго уплотнять не нужно, потому что при долгом уплотнении щебень опускается вниз, и верхняя часть остается щебня меньше, чем внизу. То есть щебень распределяется в теле плиты неравномерно. Поэтому долго это делать не нужно. Чуть-чуть отпустили, просто нужно рядышком это часто опускать шланг вибратора, для того, чтобы все места у нас были провибрированы. Особенно места возле опалубки, которая у нас выставлена. И начинаем заливку. Первый миксер с бетоном уже пришел на объект. Высота цоколя у нас 500 мм.
Сейчас мы готовимся выставить углы второго дома, первого ряда блоков, для того, чтобы завтра уже можно было приступить к нормальной работе. Соответственно, сейчас мы ориентируемся, у нас два фундамента, они залиты в один уровень. Сейчас мы ориентируемся уже на кладку первого ряда блока первого дома и кладку второго дома. Мы начинаем в таком же уровне, как и тот дом. На данный момент мы сейчас промели от мусора, который образовался при демонтаже опалубки, промели весь фундамент. Сейчас мы расстелим гидроизоляцию, которая у нас как раз отсекает непосредственно кладочный материал, то есть газосиликатный блок, от самого фундамента. Расстелим гидроизоляцию и начнем выкладывать углы. Углы мы выставляем по нивелиру, для того, чтобы у нас все было ровненько. И ориентируемся на оси, которые у нас остались еще при изготовлении фундамента. Кладем мы первый ряд на цементно-песчаный раствор, выложим 4 основных угла, оставим его застывать, и завтра уже можно будет полным ходом заниматься кладкой именно вот этого ряда. У нас здесь используются блоки разной толщины для наружных стен и для внутренних несущих стен. Гидроизол мы распилили, рулон у нас метровый, мы его просто распилили, разрезали болгаркой пополам. Уложили сверху на горизонтальную поверхность ленты фундамента. И сейчас начнем кладку на цементно-песчаный раствор. При заливке фундаментная лента, учитывая, что здесь стояла опалубка, образуются где-то вот такие вот неровности именно возле опалубки. Они просто отбиваются молоточком, чтобы не мешали при прикладке первого ряда блока, несмотря что он кладется на цементно-песчаный раствор. Но для того, чтобы не увеличивать высоту шва, и чтобы у нас ряд получился ровненький и не мучиться его выставлять, мы вот эти ребрышки, которые у нас образовались, просто отбиваем молотком. Прометаем все, делаем чистенький фундамент, стелим гидроизоляцию, начинаем кладку. Для наружных стен используется не 400-й, а 375-й блок. Для внутренних несущих стен 300-й блок. А у нас вот эта вот ось как раз является краем блока, который у нас является внутренняя часть стены, внутренняя часть блока. Давайте начинаем. У нас толщина слоя составляет примерно 1.5 сантиметра по кругу. У нас перепад составляет, где-то в некоторых местах есть буквально там 5-7 миллиметров, поэтому толщина слоя везде будет примерно равномерная. К сожалению, сейчас вот эту ось первую, на которую мы ориентируемся, мы натянуть не можем, потому что у нас стоят блоки, и блоки перекрыли нашу ось. Поэтому мы натягиваем среднюю ось, которая у нас является несущей стеной посередине дома, и будем ориентироваться от нее, потому что она стоит на своем месте, ее можно натянуть удобно. Сейчас на данный момент мы блок выложили, мы его по уровню сделали, как первый ряд блока на соседнем доме. Мы его уже выставили по уровню просто идеально, что в одном положении, что в другом положении, отрегулировали согласно вот этой вот оси, то есть выровняли, чтобы край блока был ровно с краем оси. Теперь мы сейчас будем ориентироваться от средней оси, брать размер, выводить сюда, для того, чтобы этот блок у нас не выступал за пределы нашей стены. Очень, очень важно первому ряду уделить как можно больше внимания, потому что от этого дальше зависит, насколько удобно и легко будет вам работать со всем остальным, со всеми остальными рядами, которые вы будете выкладывать дальше. Этот блок мы полностью выставили уже по уровню и по осям. Сейчас также мы выложим все остальные углы. У нас осталось 3 угла. И оставляем раствор застывать, чтобы завтра с ним можно было работать и блоки не сдвинуть сейчас на данный момент при прикладке, то есть эти основные блоки, которые мы выкладываем, чтобы их потом случайно не сдвинуть. Поэтому завтра раствор застынет, с этими блоками можно будет продолжать работать, и пойдет полным ходом кладка первого ряда.